Десногорске набирает обороты рейтинговое голосование по благоустройству территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Для ознакомления жителей с дизайн-проектами и процедурой голосования в городе регулярно проводятся общественные собрания. 11 мая в Центре культуры и молодежной политики состоялась встреча главы Десногорска Андрея Шубина и пресс-секретаря городской администрации Екатерины Хасько с работниками учреждений культуры и спорта. Организаторы собрания ответили на вопросы об особенностях реализации представленных на голосование проектов. Были и вопросы из зала, на которые Андрей Шубин давал подробные ответы. Почему необходимо голосовать, допустим, за ту или иную территорию и какие акценты необходимо сделать при этом голосовании, потому что оно проходит на платформе Минстроя. Мы никаким образом повлиять на результаты не можем. Единственное, что требуется от жителей города Десногорска, активное участие. В этом году на голосование выставлено два проекта. Территория набережной между Атомпарком и городским пляжем и набережная у Тропы Здоровья, второй микрорайон. Оба проекта направлены на благоустройство береговой территории Десногорского водохранилища. С этого края и до конца, до той набережной. То есть это вся береговая зона. В принципе, да, почему мы взяли два дизайн-проекта, а все-таки это набережная. В этом году голосование впервые проходит в электронном формате. Помощь и консультацию в вопросах голосования можно получить у волонтеров. Для этого в городе организовано несколько волонтерских центров. В будние дни у нас ежедневно работают две точки. Одна в МФЦ, которая находится в третьем микрорайоне. Она работает у нас с 10 до часу. Туда можно будет подойти и проконсультироваться, если есть вопросы. И также вторая точка у нас работает в Галактике с 4 часов вечера до 7 вечера. Ранее в апреле такие же встречи проходили с коллективами городских школ. А в ближайшее время встречи продолжатся с работниками учреждений дошкольного и дополнительного образования. Голосование будет проходить до 30 мая. Каждый житель может отдать свой голос за понравившийся проект и изменить город к лучшему. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.